Привет, доброе, добрейшее, веселейшее утро. И мы продолжаем изучать Тору, Мишли, притчи царя Соломона. И всем доброе, добрейшее утро. Так, секундочку, изучаем мы это в Инстаграме и еще где? И в Фейсбуке, правильно. Инстаграм и Фейсбук — это две сети, в которых можно посмотреть уроки по книге «Притчи». Мы, правда, ее уже заканчиваем, скоро начнем что-то новое изучать. А покамест мы находимся в 31 главе, в конце. Кто хочет посмотреть все остальные уроки, заходит на сайт vaikra.com. И на vaikra.com есть все остальные уроки. Все. Готово. В Инстаграме я выключаю комментарии, а в Фейсбуке оставляю. Почему? Потому что в Фейсбуке меньше людей смотрит, а в Инстаграме больше. И когда очень много людей, то начинается движение. Многие люди не хотят учиться, а хотят обучать. А мы сейчас узнаем о том, что позиция в обучении, когда ты не хочешь учиться, а хочешь спорить, она слабая. Тогда ты и не научишься, и никого не научишь. Хорошо, друзья, все, поехали. Значит, 31 глава. Спецификация женщины. Какая должна быть доблестная жена по мнению Всевышнего? Потому что Всевышний Бог, Создатель мира, Творец, Он передал это знание царю Соломону. А царь Соломон это просто изложил. Он был пророк. То есть он получал это знание от Всевышнего и передавал его. Итак, говорит он нам мы закончили 13 отрывок, 14 отрывок, что она должна заниматься международной торговлей и иметь такой вот, знаете, взгляд, есть взгляд детальный, когда человек видит деревья, но не видит лес, не видит общую картину. Есть взгляд такой глобальный, но он не видит деревья, вот эти вот детали. А есть взгляд, когда ты умеешь переключать свой ракурс, ты можешь посмотреть глобально на ситуацию, да? Вот люди иногда думают, вот, жизнь моя там такая сложная, а потом он так глобально чуть ракурс расширит, знаете, как вот посмотрит, оп, 7,5 миллиардов человек живет на Земле, и через 75 лет никого не будет, все умрут. Он такой, оп, сверху так посмотрел на эту картиночку, потом опять ракурс детализировал, смотрит на себя, думает, хух, так я такой счастливый, классно, я-то пока живу. Понятно, да? Теперь, значит, 15 отрывок. Мы уже изучили, что она встает рано, да, то есть мы как раз вот здесь, царь Соломон, он 3000 лет назад сказал, что как хорошо вставать в 4-5 утра до рассвета, он об этом говорил, а сейчас, например, Робин Шарма это изложил в своей книге 5 утра, клуб 5 утра. Теперь 16 отрывок. Мы тоже прошли уже вчера, что она задумала купить поле и купила его, и потом от плодов своих рук она насадила еще виноградник. То есть она занимается и земледелием, и делает виноград и вино. Как раз вот сегодня Тубишват, Новый год деревьев. Сегодня как раз происходит смена цикла, и называется сегодняшний день по еврейскому по лунному календарю Новый год деревьев. С Новым годом вас! С Новым годом! Потому что сейчас как раз вот этот вот перелом идет в Израиле. То есть до этого была зима-зима. А сейчас начинается весна-весна. Все, вот с сегодняшнего дня начинается весна. Все начинает расти. Хорошо, теперь дальше. 17 отрывок. Хагра беозматнея. Переводят этот отрывок хагра беозматнея в таамец заратея. Значит, хагра беоз припоясывает силой. Матнея это то, откуда растут ноги. Вот если мы возьмем таз человека, таз, да, его центр, как бы центр тяжести. И вниз у него к этому центру тяжести, к тазу, прикреплены две такие вот ноги. Так вот, припоясана она силой, написано хагра, как поясом затягивает. Оз это такая сила, матнея, вот эта часть, откуда растут ноги. В таамет заратыя. И укрепляет она, зраот это вот эта часть тела, и укрепляет она руки свои. То есть, оказывается, что доблестная жена... Она должна быть крепкая в пресс, у нее должен быть хороший пресс, получается, да, это прямо я дословно перевожу, это ничего не добавишь, ничего не убавишь. Есть такая сейчас система, пилатес называется, у них главное,
Главное в этом пилатесе это укреплять вот эту вот часть пресса, да, чтобы хорошо держался вот этот вот пояс, где ниже пупка, вот эта вот часть, кор они его называют. И если человек держит, оказывается, да, вот что оказалось, если он укрепляет вот этот кор, эту нижнюю часть живота, и она припоясана силой, она у него в тонусе у человека, да, то у него в этот момент, у него все тело выпрямляется, у него будет стена, спина будет в пояс, в тонусе, у него будут ноги в тонусе, он весь будет в тонусе. То есть пилатес это то, что открыл, как бы открыл, его звали, кстати, Йосеф Пилатес, этого человека, который это открыл, что если укрепить кор, вот эту нижнюю часть пояса, то весь организм будет очень в хорошем состоянии. А видите, царь Соломон, пророк, он сказал об этом в 17 отрывке 31 главы, что она как поясом припоясывает вот эту часть матнея, откуда ноги растут, и, значит, сильны ее руки. Что это значит? Говорят нам комментаторы, Малбим жил около 200 лет назад, он говорит нам, что вот это вот, он чуть по-другому объяснил. Он говорит так, что вот эта женщина, доблестная жена, она не сидит дома все время, она много ходит, и в ходьбе у нее укрепляются ноги, и она, так как она по дому работает руками, у нее укрепляются руки. То есть она и такая выносливая, ходит далеко, и, значит, она руками сильная, может там и воду принести, и так далее. Теперь, если мы смотрим на Тору, это уже не про женщину, а про Тору, да, Тора это как мировоззрение. Где в Торе мы видим сильные ноги, сильные руки? Есть очень известная история, как выбирал себе жену, то есть мы изучаем в Торе, книга Берешит, истории про отцов еврейского народа, Авраама, Ицхака и Якова, и Адама, и Ноаха, но в основном мы изучаем вот эти вот три, Авраам, Ицхак и Яков, мы изучаем их жизнь для того, чтобы, это же Тора, это как раз и есть Тора, чтобы понять, как жить нам. Дела отцов, знак для сыновей. Если мы посмотрим, как женился Авраам, мы не знаем, но мы знаем, как он выбирал жену своему сыну Ицхаку. Значит, Авраам Авину, про отец Авраам, он... Ему Бог сказал, иди из страны своей, из города своего, из дома отца своего, иди в землю, которую я тебе покажу. И он ушел со своей женой, со своим племянником, они ушли в землю Израиля, в земле Израиля был голод, потом они пошли в Египет, в Египте Сару забрал фараон, но Бог ему открылся и покрыл его страшными болезнями. Фараон выгнал Авраама и Сару, дал им очень много денег Аврааму, сказал, уходите, видим мы, что ты пророк Бога, что ну, какие-то чудеса с тобой творятся. И они вернулись в землю Израиля. Но Авраам Авину, он в то время, он был как пришелец, да, в этой земле. Он прям, даже когда Сара умерла, его жена, он пришел к, там жило племя хитийцы, они назывались, Бнехет. И он говорит, продайте мне, пожалуйста, поле для того, чтобы я мог похоронить свою умершую. И так он купил Маарата Махпела. Есть пещера праотцов Маарата Махпела в Хевроне. И там он купил место для захоронения своей жены за деньги, за 400 серебряных шекелей. Все это в Торе, эта история написана. И похоронил там Сару. Теперь, когда ему надо было женить своего сына Ицхака, то он позвал своего раба, Элиэзера, который был у него раб, и он был главным в его доме, и ему говорит, ты знаешь, я не хочу из этой земли, из Кнаана, брать жену своему сыну. Почему? У них очень плохие качества. Они были очень погружены в разврат, в идолопоклонство, то есть они были очень в плохих качествах человеческих. Отличались плохими человеческими качествами. И он говорит... Иди, Элиэзер, в то место, откуда я родом, то есть иди в мой народ, откуда вот я родом. Он был родом Авраама Вину, праотец Авраам был родом из Междуречия. Есть реки Тигр, Эфрат, это там, где сейчас находится Ирак, Ирак, на месте Ирака. И, значит, он говорит, иди туда, в то место, откуда я родом, и там возьми жену для моего сына Ицхака. То есть почему? Там люди добрые, гостеприимные. Он, главное, он говорит... Все остальное можно человека научить, но если он добрый или он недобрый, это качество такое, да, которое есть, вот есть люди добрые, а есть недобрые. В общем, послал он Элиэзера в то место, откуда он был родом. И идет туда Элиэзер, 10 верблюдов, нагруженных подарками. Авраам Авину дал ему письмо, что все свое имущество он завещает сыну Ицхаку. У Авраама было два сына, первый сын, старший сын был Ишмаэль, от которого пошли потом арабы.
И по приказу Всевышнего, это было испытание для Авраама, то есть он первого своего сына и жену свою, служанку Агарь, он отправил в пустыню по приказу Всевышнего, то есть он Всевышнего все время испытывал, или он слышит голос Бога, или нет. Испытания были очень сложные. В общем, это было одно из его испытаний. Значит, Элиэзер пошел искать жену Ицхаку, сыну Авраама, в то место, откуда Авраам был родом, в Междуречье. У него было с собой письмо, что Ицхак, он очень богатый, он наследник Авраама, 10 верблюдов. И он, когда подходил к этому месту, то он сказал Всевышнему, говорит, как я узнаю, что эта девушка подходит к Ицхаку, к сыну моего хозяина? Как я узнаю об этом? И он сказал Всевышнему такое, как условие, как най такой, да, он решил с Богом сыграть в такую игру. Он говорит Богу, смотри, я приду когда к городу, к колодцу, и я, значит, та девушка, которая выйдет, а я скажу ей, напои, дай мне воды попить, и верблюдов моих напои. Та девушка, которая это сделает, значит, она подходит по качествам характера для значит, сына Авраама. Такое он сказал с Богом, как условие он установил. Вообще, мудрецы в Талмуде говорят, нельзя с Богом играть в игры. То есть, не надо Богу ставить условия, брать обеты. Хотя, это работает. Мы видим, что и я про отец Яков брал обеты и так далее. Это работает, но мудрецы говорят, лучше не связываться. То есть, это же Бог, это Творец мира. Если ты с ним начинаешь играть в эти игры, там, давай ты мне, я тебе, я сделаю так. Если так, это очень такая опасная история. Но Элиэзер, он в этой истории выиграл. То есть, Бог его услышал. И когда он подошел к этому колодцу, вышла девушка, которую звали Ривка. И эта девушка, значит, он ей говорит, напои меня водой. Он же не знал, кто это. Она говорит, сейчас я сбегаю. И напоила его, и верблюдов напоила. Если мы рассмотрим на эту ситуацию, то девушка должна была ему сказать, слышишь ты, мужчина, у тебя, смотри, ты здоровый мужик, я маленькая девочка, да, девушка. Значит, у тебя вон верблюды, там были рабы, целые слуги, целый караван был. Чего ты ко мне пристал? Я, значит, просто хожу тут, да? А ты мне говоришь, напои меня водой, еще верблюдов напои. Но Ривка, написано в Торе, что она побежала к колодцу, вытащила ведро воды, ему дала ведро воды, напоила верблюдов. Это же нелегко натягать ведрами для верблюдов. Которые верблюды, они пьют, я слышал, что верблюд после перехода, он может ванну воды выпить, 200 литров он может выпить за один раз верблюд, представляете? И она, значит, все это сделала. Что мы отсюда видим? Что доблестная жена, она и сильная. Она сильная физически, она сильная руки-ноги. Но главное, что она, тут мы видим из этой истории с Ривкой, она добрая и она любит делать добро. То есть она реально любит сделать что-то хорошее для людей. В Америке это называется пройти лишнюю милю. Да, есть очень известная история, когда был такой человек в Америке 100 лет назад, звали его Эндрю Карнеги. И Эндрю Карнеги, он был самый богатый человек в Америке того времени. По сегодняшним деньгам его состояние было бы там несколько сот миллиардов долларов. И он говорил, когда его спрашивали, в чем секрет его силы, да, такое богатство, он говорил, что у меня очень простой секрет. Я умею собрать вокруг себя людей, которые намного умнее, чем я сам. И он старался искать таких людей, которые отличались какими-то выдающимися качествами. Один из таких людей, который на него работал и который создал ему это все богатство, один из, его звали Чарльз Шваб. О нем почти в каждой главе упоминает Дейл Карнеги в своей книге «Как приобретать друзей». Он его упоминает как вот герой того времени, человек, который обладал уникальными качествами. Я как-то читал историю, как этот Чарльз Шваб, который получал от Карнеги 100 лет назад зарплату 1 000 000 долларов в год, как он к нему попал. Пожилая мама Эндрю Карнеги шла по улице, и начался дождь. Когда начался дождь, она спряталась под козырек магазина, и из магазина вышел человек-продавец, и говорит, женщина, вам, наверное, тут неудобно стоять, тяжело, зайдите, пожалуйста, вот вам стульчик, садитесь, не стойте. Он проявил к ней добро.
Ей это было очень приятно. И когда она пришла домой, она рассказала своему сыну, что встретила такого хорошего, доброго парня, который ей помог без всякой просьбы, просто сделал ей доброе дело. Очень приятно. Дейл Карнеги, не Дейл Карнеги, Эндрю Карнеги тут же приказал его позвать этого парня, взял его себе помощником. Потом этот Чарльз Шваб вырос из простого продавца-помощника до главы, ну, он был генеральный директор сталелитейного бизнеса Эндрю Карнеги, мультимиллионер, вошел тоже в историю США как один из самых выдающихся управленцев. Но все начинается с качеств характера. Или ты хочешь делать добро, или тебе приятно помогать людям, или ты эгоист, который думает только о себе и думает о том, чтобы забрать. Вот то, что мы поняли из этой истории. Это был 17-й отрывок, что доблестная жена, она сильная. И здесь мы вспомнили из Торы, что если мировоззрение Торы, это тоже говорят комментаторы, что Эшет Хайль, доблестная жена, это не просто женщина, это мировоззрение человека, которое дает ему все. И мы из Торы вспомнили историю про силу и интеллект. Давайте посмотрим теперь, если третьи комментаторы говорят, что эта песня Эшет Хайль, это не про женщину и не про Тору, а это про интеллект человека, которого, если человек найдет себе работающий интеллект, интеллект ему даст все. Значит, есть один курс, который, когда-то я проходил это в университете Сан-Диего, есть курс, который называется Learning How to Learn, Tough Subjects. Научись учиться тяжелые вещи, как изучать тяжелые вещи. Этот курс создали два профессора, один нейролог, второй профессор по автоматизации, и, значит, Барбара Окли звали одну, а второго, вот я не помню этого, профессора по нейробиологии, он профессор по нейробиологии. И он говорил, послушайте, говорит, если вы хотите учиться, вот самое главное, главный вам совет, если вы хотите учиться, и чтобы у вас память хорошо работала, и голова хорошо работала, он говорит, послушайте мой совет, я нейробиолог, начните бегать. Какая связь, скажут люди, какая связь? Я хочу учиться, я хочу, чтобы у меня голова хорошо работала. Причем тут ноги? Он говорит так, что когда человек бегает, и у него кровь насыщается кислородом, у него вырабатываются эндорфины, у него мозг намного лучше начинает работать, и вот это вот влияние хорошей физической формы на мышление, оно намного больше, чем образование. То есть, если ты здоров, силен и в хорошем энергетическом состоянии, то ты будешь учиться намного лучше. Это был его главный совет. Значит, здесь тогда тоже, если мы говорим, что доблестная жена – это интеллект, то когда сильные руки и сильные ноги, интеллект работает лучше. Все. Хорошо, следующий отрывок у нас, 18-й. 18-й отрывок говорит нам царь Соломон следующую вещь. 18-й отрывок, он говорит так. Тама китов сахра. Значит, тама китов сахра. Дословно переводится там это вкус. Значит, она вкушает хорошие свои приобретения. То, что она наторговала в 16-м отрывке. Значит, дословно здесь все объясняют по-другому. Давайте сейчас переведу дословно, потом поймем, что имеется в виду. Тама китов сахра, значит, пробует она, что хорошо, то, что она наторговала. Лоих бе балайла нера. Не тухнет ночью ее свеча. Значит, давайте так, значит, сейчас уже 10:21, 20 минут мы уже занимаемся. Больше 20 минут смысла нет. Здесь отрывок где-то минут на 5 минимум. Поэтому мы сейчас не будем его изучать. А мы будем его изучать завтра. Давайте остановимся на том, что сильное тело, как мы помним еще из народной мудрости, в здоровом теле здоровый дух. То есть, если есть у человека здоровое тело, то, естественно, и мышление его будет работать лучше. Все, давайте на этом остановимся. И с Божьей помощью, чтобы у всех хороших, добрых людей было много сил для того, чтобы делать добро, служить Всевышнему, выполнять заповеди, делать добро людям. И чтобы было все хорошее самочувствие и благополучие. Есть такое слово «благополучие», чтобы было благополучие. Все, удачи, успехов всем. До завтра с 10 до 10:20.
встречаемся. Кто хочет посмотреть другие уроки, вчерашний, позавчерашний, позапозавчерашний, это уже 350-й урок, зайдите на сайт Ваикра, и там есть весь цикл книга Мишлей, притчи царя Соломона, есть весь цикл, есть вторая книга Экклезиаст, это Каэлит царя Соломона, и есть еще около 100 преподавателей Торы на портале Ваикра, которые каждый день проводят около 10 уроков Торы, абсолютно разные темы, разные взгляды, разные подходы, 70 лиц у Торы, то есть есть 70 разных ракурсов, с которых Тора смотрит на мир, и там есть чему поучиться. Все, удачи, успехов, всем хорошего дня, пока.